Тем временем выяснились новые подробности серьезного дорожно-транспортного происшествия на проспекте Аль-Фараби в Алматы. Установлено, что владелец Nissan Primera ехал по улице Дулати в северном направлении и въехал в стоявший на островке безопасности по Аль-Фараби патрульный автомобиль, после чего транспорт загорелся, а через несколько минут произошел взрыв. По инерции полицейскую машину отбросило на проезжающий мимо Мерседес. В результате столкновения один мужчина из состава экипажа получил телесные повреждения и был экстренно госпитализирован. Пожар был локализован пожарными расчетами. В ходе осмотра авто было обнаружено обгоревшее тело водителя, личность которого устанавливается. Вместе с тем, в ходе начавшегося расследования будет установлена причина возгорания машины и другие обстоятельства произошедшего.